Взрыв бутылки. Чтобы сделать эту игрушку, нам необходима 2-литровая пластмассовая водная бутылка, коробочка от фотопленки и липкой ленты. Сначала возьмем 2-литровую бутылку и украсим яркими цветными лентами. Возьмем пустую коробочку от фотопленки и украсим также цветными лентами. Теперь помещаем в коробочку главную часть пластмассовой бутылки. Игрушка готова к действию. Помещаем бутылку в основание и ударяем обеими руками. Тогда, как вы видите, коробочка подпрыгивает высоко в воздух. Теперь возьмем коробочку фотопленки и прикрепляем конус и некоторые ручки, чтобы преобразовать его в игрушечную ракету. Снова помещаем в пластмассовую бутылку. Также ударяем обеими руками. Как видите, ракета будет взлетать.